Фізичні навантаження зранку – бадьорість на весь день. А в цьому вас сьогодні переконає Ірина Тернова – майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу та Європи, абсолютна чемпіонка України з пауерліфтингу та персональний тренер Ольга Мельниченко. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет! Сегодня мы поговорим о прессе. Мы покажем несколько упражнений на верхнюю часть пресса, нижнюю на косые, которые вы можете делать как в домашних условиях, так и в тренажерном зале. Поехали! Скручивание. Стопа уперта на пол, поясница плотно прижата. Все. И сжимаем теперь. Две точки у нас есть, которые мы пытаемся соединить путем поднятия корпуса на выдохе. Это достаточно короткое амплитудное движение. Вот. На выдохе сжимаем себя. Поясница всегда должна быть прижатая. Выдох, сжатие. Выдох, сжатие. Делайте таких 20 повторений. Желательно 20. Кто не может, конечно, по силе возможностей. Ножки закинули на фитбол. Они абсолютно изолированы, чтобы не подтягивать носочками ни за какую упору себя, как некоторые за диван там зацепятся и поясницей машут. Это неправильно. Все, и поехали, продолжаем. Все. Вот здесь вот у нас максимально прорабатывается верхняя часть пресса. Еще следующий вариант выполнения на фитболе. Давай. Под спинку кладем. Корпус при этом положении должен быть параллелен полу. Ноги четко уперлись. Все, держим. И сжимаем, сокращаем вот эти две точки, стремятся к соединению. Вот. И сжатие на выдохе. Тоже 4-5 подходов по 20 повторений. До чувства жжения. Выполняйте до чувства жжения. Продолжаем наш пресс. Акцентируем нижнюю часть. Самая проблемная зона, то, что касается там пресса, ее тяжелее всего качать. Делаем с упором на локте. Ножки прямые и поднимаем на выдохе. Обратите внимание, до конца Оля не опускает. У нее постоянно пресс находится в напряжении. И она не поднимает ноги, она поднимает таз. Она закручивает таз. Вот у нее движение таза. Есть движение таза, работает пресс. Если нету, значит работают просто квадрицепс, бедер. Ноги просто работают. Вот, это достаточно сложное упражнение. Оль, покажи легкий вариант, когда ножки согнутые, и мы закручиваем таз. Вот. Тянем коленки к груди. Отлично, хорошо. И до конца ноги не опускайте. Не давайте растягиваться прессу. На напряжение его держите. Все, классно, молодец. Подъем ног виси. Следующее, очень сложное упражнение. Здесь задействованы и дельты, и руки, хват укрепляется. Ну, конечно, максимальный акцент, весь пресс прорабатывается. Делаем. Пытаемся до планочки. Вот, не раскачиваемся. Вот так. Придержите товарища. Хочу вас обратить ваше внимание, что это упражнение лучше не выполнять, если вы в этот день прорабатывали плечи, потому что в весе у вас очень будут напрягаться передние дельты, они у вас уже будут после тренировки плеч довольно уставшие, поэтому не рекомендую вам делать вот в этом висячем варианте. Лучше выполняйте с упором на локте. Продолжаем наш пресс. Подъем ног лежа на лавке. Такой усложненный вариант. Но здесь тоже будет и низ работать пресса, и вверх весь пресс будет напрягаться. Поехали. Выталкиваем, поднимаем таз и выводим в горизонт, не опускайте. Вот когда у нее ноги, Оля, выходят в горизонт, у нее весь пресс работает в напряжении. Вот так. Хорошо. И для любителей мощного пресса, мощное упражнение, скручивание в римском стуле через резинку. Резинка вас будет тянуть назад, вы преодолеваете сопротивление, скручиваясь вперед, плюс сопротивление резинки натяжения назад. Два в одном. Опа! Пресс просто жесть. Так и называется. Подъем ног с остановкой в часовой стрелке 3 часа, 12 и в обратную сторону опять 3 и 6. Опа! И следующий вариант выполнения.
усложненного пресса, усложненный вариант выполнения пресса – это в кроссовере с отягощением. Поставили себе здесь вес, какой вы можете подтянуть, сделали упор, техника выполнения – скручивание. Мы скручиваем две точки, плюс у нас уже добавлен вес. Вот так. Здесь мы можем смотреть, регулировать, опускаться постепенно ниже, ниже, ниже. То есть совершенствуйте себя. Делайте сейчас 10 килограмм. Через месяц это уже может быть и 15 килограмм. Но самое главное помните, что пресс делается на кухне. Никакое упражнение не поможет вам сделать пресс, если вы будете неправильно питаться. Только правильное питание обеспечит вам успех в достижении желаемых кубиков. Желаю вам, чтобы ваш пресс был как стиральная доска. Пока! Пока!